Путь бомжа закончили, теперь нужно и пойти кофе попить на улице. Все. Ой, устал, что-то знаешь. Все. Это пусть будет карпат включен. Давай, все. Блин, камеру забыл выключить. Карпатин включен. Сыну. Сейчас все продадим. Подожди. Камеру надо включить. Экс. Включись. Всем салам. У нас сейчас будет путь бомза, бомза путь, блядь. Чушь, пан. Че, мне денег нет? Сейчас мы ему отомстим вдвоем. О, у него тут кола есть? Текс, короче. Ты иди. Текс, че у нас? Сейчас мы все продадим, а потом он придет такой тут Всего лишь CLS, Ешка, 5 FD. Иди ты. Так, сразу же продаем это. На. Подожди, сидушку. О! А если софа, а ты... Я не боюсь его, вай. Он какой-то чушь, блин. Я его не боюсь, понял? Я ж всего М5 продам. Наверное, он где-то 5 лет это зарабатывал, а я это все сейчас, этот, как его там, солю, там продам, пусть поплачет. А, у него же лям, надо это тоже потратить. Куплю ему несколько привородов. Ну, короче, я все сделаю то, что надо. Текс, блядь, отойди на свои, блядь, гаец. Текс. Цена у нас один. Руфат, если ты видишь этот видос... Авто не продано? Чё? Это тоже мы ему сейчас продадим? За сколько? Один миллион. Какой один миллион? Два. А у меня за один доллар вообще. Боком. Ну, не смог. Короче, что тут? Какой-то чеченец в чате. А, нет, листик. 180к. А он тебе подарить хочет? Прикинь. Нет, это не надо. Вот это надо. Смотри. За $1. А, вообще, какой кайф. У него остался CLS. Блин, может, CLS оставим? Давай CLS оставим, только сделаем подпись. Текс, где у нас тут кружочек? А, вот. Я не сумею на вас. Ты прав, мой брательник. Сейчас показывай его, это знаешь. Текс. Да, это Руфат. Потом... И вот тут, думаю, вот подпись сделать. Текс написать. Да! Ау! Да! Подожди. Вот. А давай еще и... Вот, подожди. Авто. Сделаем розовый. Где тут розовый цвет у нас? Вот он. И вот тут розовый сделаем. Yes. Так, розовый сделали. А черные диски? А это... И глаза. Текс. Это тоже делаем. Розовыми. И тут напишем Лестер девочка. Подожди. Текс. Туда Лестер у нас Гирл, значит. Текс. Лестер Гирл. Текс. Ой. Ой. Ну все нормально. Ой. Чё ты орёшь, блин? Подожди. Все нормально. Какой? Вот напишем Лестер. Ты отойди. Ты что делаешь? Я тебе аккаунт прокачиваю. Что ты делаешь? Это прокачка аккаунта. Какой прокачка? Это аккаунт путь бомжа? Смотри, сколько там машин. Смотри, сколько там. Все машины. Ты че? Кто мою морковку съел? Это он. Ты чё, Рон, я, блин, месяц этот аккаунт прокачивал. Зачем ты все машины... А где машины, где деньги? Ты машины продал? Блин, забыл деньги все потратить. Что ты забыл? Деньги все потратить. Какой потратить? Сейчас идите сюда.
Чушпан, давай ушли отсюда, чтобы я ваши ноги... Давай пошел отсюда! Чтобы вашей ноги в моей комнате не было, давай! Выходи! Опять вы пришли? Ой! Ой! Выйди! Я прокачивал данный аккаунт, пацаны, где-то уже в 9 серий. Где-то полтора месяца, если не больше. Даже больше, чем полтора месяца. И они просто, походу, все слили. То есть оставили CLS. Хорошо, что я успел прийти. Как бы я отошел, друзья. Я спустился вниз на машине в магазин. Как бы купил кофе. Вернулся домой, захожу в комнату, а тут происходит такое. И они еще это все записали. Ну, хоть что-то, как бы, хотя бы ролик получился, блин. Ну, это все равно ужасно, потому что опять начинать путь бомжа заново, так не хочется, блин. У меня была М4, М5 F90, что у меня еще было? Короче, у меня до хрена машин было. Ешка была еще, которую тоже слили. Тут слюна в колы. Ты в колу плюнул? Короче, пацаны, предлагайте ваши варианты, как мне поступать. Если наберем по данным роликам 1500 лайков, то я начну... Oh,